Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы посмотрим с вами последнее сообщение в чате Диего Мартина. Как видите, количество участников чата приблизилось уже к 13 500 человек, и я начинаю читать сообщение от 25 июля. Вот он пишет, Диего Мартин: «Привет, семья». Сейчас он пишет, что... Ну, его спрашивают, как дела? Сейчас лучше с моей семьей. Я скучаю по моей семье. Я всегда буду со своей семьей во всех моментах. Никаких дат в этом месяце. Я не уверен, когда. I'm not sure when. No date in this month. Не очень понятно. This month какой? Август или июль? Так, у меня все хорошо, спасибо. Мы все опечалены, видимо, за счет того, что бабушка умерла по этому поводу, но это жизнь. Так, I'm doing. Ага. Короче, I'm doing all for have an official announcement. Я делаю все, чтобы иметь официальное объявление. То есть, типа, я собираюсь сделать какое-то официальное объявление. Так. Но они все еще находятся в процессе реорганизации, и все у них очень медленно идет. Здрасте. Ты же нам какое-то время назад сообщал, что китайцы там тебя любят, и дела движутся быстрее, чем ты даже рассчитывал. А сейчас ты нам начинаешь говорить, что очень медленно все. Так. За последние дни я уехал в Эквадор, и я не знаю, что тут произошло за это время. They start to get in slow. Они, короче, замедляются. But the hope our timeline is August. Но надеемся, что типа наша, ну, отправная точка — это август месяц. I couldn't be with the pill. I suppose that's happened. Меня не было с людьми, с какими-то, и I suppose that's happened. Я предполагаю, что произошло. Меня не было с людьми, с какими людьми тебя не было, с командой, с там, с кем ты, ну, не очень понятно. Do at the same time. Так, вот, его спрашивают, мистер Диего, а у китайцев все стартует в то же самое время, как и в других странах? Спасибо. Он пишет, да, мы стартуем в то же самое время. Я не хочу ничего скрывать. Я здесь для вас, для всех. И я сражаюсь за ваши права. И вот здесь Энди написал, я понимаю, но если компания хочет, чтобы люди ей верили и были мотивированы, они должны коммуницировать нормально и быть открытыми. Ну, логично. То есть, если, извините, компания хочет людей сохранить, потому что за последний год, по сути, вера в компанию, ну, подорвана у большинства инвесторов. И, ну, по логике, если бы компания хотела этих инвесторов удержать, доверие как бы сохранить, она должна нормально коммуницировать. А никакой нормальной коммуникации нет. Диего, да, Диего коммуницирует, но мы же прекрасно сейчас понимаем, что он официально, он не представитель компании, он даже не сотрудник. Он просто человек, который утверждает, что он общается с руководством, с Рабала и сообщает какие-то новости. Но именно от самой компании никакой официальной информации мы не видим ни на сайте, ни конференций. Последняя конференция, вспомните, когда была? В ноябре аж 2017 года, на минуточку. Так. Диего пишет, никаких дат, только август. Мы все работаем. Мы все работаем. Так. Я надеюсь, что все произойдет скоро.
я жду мое путешествие, то есть я так понимаю, в Дубай, когда его вызовут. Я жду, ну, жду моей поездки в Дубай, но я не знаю, когда она произойдет. И я был только одну неделю отсутствовал. Короче, в Эквадоре он был. Но можете расслабиться, я уже здесь. Эльмира, спасибо. Так, и да, я поеду, и они, ну, типа, все делают медленно, они замедляются. А, понятно. Типа, никто не присматривает за их работой. То есть, вот Диего неделю не было, и, видать, пинать некому их было, и уже все медленно стало работать. Вот видишь, Диего, поэтому поменьше выезжай из Мадрида и пинай там, чтобы они быстро работали. Так, I'm trying now to put official dates or communicates in all places. Так, я стараюсь to put official dates or communicates in all places. Короче, ну, я пытаюсь назвать официальные даты и коммуникацию, ну, на правильное место. Типа, наладить все эти моменты, чтобы официальные даты какие-то были и коммуникация была. Так. Типа, для меня нет лучшего подарка, чем знать всех вас. Это лучший подарочек. Помните этот? Наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты. Так. О, hello. Привет, моя дорогая Наташа. Как ты? Так. Чао, Леонард. Тут... Обнимашки, поздравляшки. Так, official Diego Martin. CR in the final steps and now the most difficult part. Ага. Ну, я так понимаю, что мы на последнем, как бы, на финишной прямой, и сейчас нам предстоит самое сложное. Опа-на. А что это у вас там самое сложное? Наоборот. Типа, все же на мази должно быть. Так, короче, последние детали. Тут удаленное какое-то сообщение. Я никогда не сообщаю дат. Они обычно говорят мне за пару дней. Ну, видимо, какое-то официальное объявление, если делается, то компания ему сообщает за пару дней. Уж не знаю, кто они. Опять же, он так выражается очень туманно. Ему бы, я не знаю, в разведке работать, да? Чтобы очень туманно и абстрактно все объяснять. Так. They are my team who is in charge of this. То есть они моя команда, кто за это отвечает. Тут какое-то удаленное сообщение здесь написано. Неправда. Они работают. И система не готова. О, ребята. Поняли? Система не готова. Работали. На дворе уже август. Практически август 2018 года, а система у них, видите ли, не готова. Так, вот его Джессика спрашивает. Но в августе-то точно? Диего, ну точно, что ли, в августе-то? Так, и он пишет. Да, в августе, но, типа, я никогда не говорил, когда именно. Так, моей команде мне нужно 2 дня, чтобы собраться, не больше. Это он, наверное, имеет в виду насчет того, когда ему скажут в Дубай ехать. Типа, за пару дней ему сообщат, ну, в смысле, до нужной даты, он там все дела закончит, завершит и поедет. То есть, пару дней на сборы, в общем. Так, who has my agenda? There is a department who has my agenda. So, to have some... Department who has my agenda. Дальше он пишет, что есть целый департамент, целый отдел, который имеет повестку Диего. Ну, повестка в смысле планы, план дня. Вот это не очень понятно. Наверное, расписание. Расписание его работы, по всей видимости. Так, едем дальше. Да, его спрашивают, Мустафа, а будет ли официальное объявление перед открытием? Да, Диего подтверждает, что официальное объявление будет. А, его, видимо, спросили про аватарку.
И он пишет, что это трон из сериала «Игра престолов». А, «Престол», фактически, да, то есть там... Вот он тут сидит с довольным видом, вот он тут сидит с довольным видом, вот этот престол, на котором мечи торчат, и вот тут Диего с мечом. Так, дальше он пишет, is all in march. Типа, все находится на марше, все в процессе, я так понимаю. Надеюсь, он не месяц март 2019 года имеет в виду, а именно марш. Так, едем дальше. Короче, тут ему Дэвид задает какие-то вопросы, и Диего отвечает, да, я типа этим занимаюсь, спасибо, спасибо, семья. Я не люблю такого рода видео, но я думаю, что мы такое сделаем. I think we will do it. Что за видео, я не понимаю. Тут какое-то удаленное сообщение, какое-то видео. Так, that's one of the problems. Это одна из наших проблем. Я типа это контролирую. А Дэвид ему отвечает, о, это было бы классно, было бы здорово, если бы вы открыли офис для наших лидеров в Нидерландах. Да. Вон в России офисы и не закрывались в некоторых городах. А ты все мечтаешь, чтобы тебе офис открыли. Диего говорит, а я надеюсь, что мы откроем еще больше офисов. Понятно? Больше офисов, хороших разных. Я еще не знаю. Так, I don't think so. Я так не думаю. Наверное, про офис в Нидерландах он так не думает. Дэвид отвечает, что я и мои лидеры хотим открыть большой офис, как в Дубае. А Диего отвечает, что я не сказал, что мы не откроем. Это наподобие, когда ты идешь, ну, можно сравнить, когда ты идешь и находишь большую скалу, ты можешь продолжить. Ну, продолжать двигаться, но сначала надо эту скалу сдвинуть. То есть препятствие надо убрать. Так, да, я надеюсь, ну, to put in the web page. Я надеюсь разместить на веб-сайте, на странице. Что он там хочет разместить? Наверное, вот этот ролик какой-то, который они хотят сделать. Так, it's better taking some pills. Лучше принять некие таблетки. Диего, ну, ты поделись там с нами, ты на таблетках каких-то сидишь. А мы тут все удивляемся. Че ты такой возбужденный? А, моя семья, я вас люблю. Он что-то, it's better taking some pills. Он таблетки там наяривает. Так, I don't know about that, that will say Agam. Я насчет этого не знаю. Типа, это Агам об этом скажет. Насчет чего он не знает, так. А, это, наверное, ответ как раз на вопрос вот товарища. Спасибо, мистер Диего, за надежду, которую вы нам даете. Я буду очень счастлив, если или рад, если сайт снова заработает, как раньше. Ну, для нормальных, короче, и транзакции будут нормально проходить. И вот Диего отвечает, об этом я не знаю. Здрасте, как ты не знаешь? То есть ты не уверен, что транзакции будут нормально проходить? То есть компания в августе откроется, но насчет транзакций никто ничего не обещал, да? Ха-ха, нормально. Так, короче, это Агам об этом сообщит. Короче, и мы разговаривали с Антонина, и мы это сделаем. Не беспокойтесь, не переживайте. Now... Короче, мы сегодня делаем все возможное, чтобы все заработало как можно быстрее. Я никогда не лгу моей семье, понятно? Поэтому расслабьтесь. Вот. Так, едем дальше. Yes, but not in public.
Так. А, ну тут какое-то удаленное сообщение, и тут ему пишут, что многие люди просто очень разгневаны, скажем, этой ситуацией, что они выплат не получают. И Диего пишет, да, но не надо, типа, ваши чувства выплескивать на публике, выражать на публике. Так. Все, что я могу сказать, это что у нас были проблемы, и мы как бы с ними справляемся. Так, тут удаленное какое-то сообщение. Я так не думаю. Непонятно, что он там не думает. Меня здесь не было, я это сделаю. Так, will be no YouTube. А, короче, Дэвид его спрашивает, а на YouTube прямых, ну, прямых трансляций, конференций больше не будет. И, значит, Диего отвечает, что меня не было, я это сделаю. Ну, то есть, типа, как раньше, чтобы были трансляции онлайн. Я не говорил про октябрь. Видимо, кто-то спросил уже, что все сдвигается на октябрь. Диего здесь говорит, что очень важно, чтобы вы получили обратно свои деньги. Да уж, Диего, для инвесторов это очень важно, чтобы они получили свои бабосики. И он пишет, а я здесь для этого. Ну что ж, флаг в руки, у тебя август месяц для этого. Так, soon, but I don't yet when. Так, вот его спрашивают, а деньги-то уже разморожены, но их нужно куда-то переместить в другое место, to be deposited. Но он пишет, да, скоро, но я не знаю когда. Дальше он что-то пишет, no is ready. То ли он ошибся, что сейчас готово, то ли ничего не готово. Непонятно опять. No is ready. Ничего не готово, дословно. Ну, грамотно по-английски это будет nothing is ready. Да? И да, ну, а может быть он имеет в виду, что now is ready, сейчас готово. Сейчас у меня нет работы. А, наверное, я понял, что имеется в виду, что типа он же раньше работал в другой компании, сейчас он уволился, все, он там работу закончил, сейчас у него есть время, чтобы полностью заниматься квестрой. Ну что, хорошо. Так, а, да, и вот здесь он пишет, что я теперь вовлечен на 100%, сфокусирован на 100%. Так, я инвестировал много всего в этот проект. Ну, много имеется в виду там время, сил, и так далее, и так далее. Так. Поэтому успокойтесь и дайте мне беспокоиться о вас. Просто отец семейства. Привет, моя семья. But I need my job as you need. Да, но мне нужна моя работа так же, как и вам нужны ваши деньги. Так, я как и вы же знаете. Я уволился с предыдущей работы для этого. Почему? Потому что я верю. Понятно? Ключевой момент. Он уволился с предыдущей работы, зарплату оставил, потому что он верит в квестру. Не то, что там всякие негативщики. Спасибо, пишут. Поэтому не беспокойтесь, не переживайте. Я здесь со всеми вами. Я показываю мое лицо. Да, я в Мадриде. Так, мы сделаем. Тут сердечки какие-то, сердечки, обнимашки. Моя семья не одна, никогда. Наш папаша Диего Мартин готов обо всех позаботиться. No thank to all of you. Так, там нет, спасибо. А, типа его благодарят, он говорит, нет, спасибо всем вам. Ну, в общем, короче. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Так, привет. Это у нас что уже? Слушайте, это 25 июля мы еще читаем. Так, я надеюсь, что скоро они закончат. I know that
Я знаю, что структуры, команды разочарованы, расстроены, но я делаю все возможное, чтобы ускорить процесс. Поэтому я продолжаю работать за вас. Скажите вашим партнерам, вашим командам, что деньги у них будут. Только надо подождать. Вы все моя семья, как я всегда говорю. Мы все на одной лодке. Я уволился с предыдущей работы ради квестры. Сейчас я безработный, потому что я верю. Вот так вот. Тут какое-то сообщение. Какое-то сообщение интересное. И это сообщение удалено, а Диего написал. А мне запрещено говорить об этом. О, как интересно. Но давайте предположим, что у нас все хорошо. Или давайте скажем, что у нас все хорошо. But let's say we are good. Ха-ха. Интересно, интересно. Так. Что-то тут. Точно, we didn't call yet, but we will. Мы не звонили еще или не сообщали, но мы позвоним. Не очень понятно. Наверное, речь идет про директоров, что ли, которым в Дубай надо ехать. Так, training with me. Типа обучаться у меня. Обучаться у меня. Спасибо, Ольга. Все вопросы будут решены скоро. Так. Тут что-то непонятно, что Диего пишет, не нужно, я делаю это ради вас. Тут ему какой-то Гарри написал, что я не могу лететь в Дубай, потому что у меня проблемы со здоровьем, у меня повышенное давление, и можете ли вы найти какой-то вариант для людей типа меня. Так, и вот, yes, I will travel. If everything to different... Ага. И Диего пишет, что он готов, в принципе, в любую страну приехать, проводить собеседование, обучение для лидеров и так далее. Так. Так. It will. Так, it will... Да. Вот Гульнара спрашивает, что глухонемые партнеры спрашивают, а как они пройдут полиграф. И я надеюсь, что будут специалисты, которые им помогут. И Диего пишет, да, найдем специалистов. Так, I have to find someone who do the try, I want to have two person. Да, и Диего пишет, что мне нужно найти кого-то, кто будет проводить обучение и все моменты. Мне нужно найти двух человек для этого. Тут Майкл вас спрашивает, реорганизация означает, что наняты новые сотрудники, такие как бухгалтера, юристы, IT-специалисты и тому подобное, и что компания начала с нуля, именно и вы, и Рабала, и Абакумов, стоите у руля, вот такого рода реорганизация имеется в виду, и Диего пишет, такого рода. Так, дальше Диего пишет, я выберу двух людей из моей команды, Кристина и Виктория. Так, Катерина и Светлана не поедут. Вот так вот, так что с Диего поедут Кристина и Виктория. Так, good evening. Дамы, мы сделаем квестру лучшей компании в мире. У-ху! Yes. А вы все что-то ноете. Вывод. Диего сказал, что лучшая компания в мире будет. Диего пишет. Не слушайте всяких негативщиков. Я здесь, как всегда. В смысле, что его там не посадили никуда, не делся. Так, not all
Not all I change, a lot of people. Not all I change, a lot of people. Not all. А, ну и вас спросили, что вы занимаетесь поиском сотрудников. Это означает, что ну, в квестре, в команде квестре там не хватает сотрудников. И Диего отвечает, что ну, не всех, но я заменил многих людей. Или заменю. I change a lot of people. I change. Наверное, заменю. Да? То есть, типа, когда меня назначат все-таки там директором, я буду заменять. Новая метла по-новому метет, Диего. Так. Всегда бывают такого плана проблемы. Но я здесь. Rabal is better taking pills. А, Rabal уже лучше, он принимает таблетки. А, так там в предыдущем сообщении это, наверное, он про Rabal имел в виду, что пора таблетки принимать. Так. Тут что-то ему написали, он пишет большое спасибо. А, тут его спрашивают. Директор 11 уровня получил имейл от квестры, где говорится, что ну, нужно готовиться ехать в Дубай. Вы это подтверждаете? А Диего отвечает, это неправда. Я говорил с одним директором. А, у нас еще нет никаких конкретных дат. Я разговаривал с мужем на самом деле. А, понятно. Видимо, он имеет в виду, что я разговаривал с директором, а потом он уточняет, что я разговаривал не с самим директором, а с мужем директор. То есть, видимо, директор женщина. А то я не понял, я разговаривал с мужем. Каким еще мужем? С мужем директора. Ой, Диего очень мудрено выражает свои мысли. Так, нам нужно найти людей и нанять сотрудников. Так, тут опять удаленное сообщение, как только все будет закончено. Yes, I know you need time. Да, я знаю, вам нужно время. People, I'm here with you. Relax and take it easy. Люди, я здесь с вами. Расслабьтесь и получайте удовольствие, короче. Well, I have to go with my wife. See you tomorrow. Короче, мне нужно идти с моей женой. Увидимся завтра. Все, это мы прочитали только, ребята, сообщение за 25 июля. Сколько он накатал. Нормально Ник накатал. Так, это все 25 июля. Я беспокоюсь о всех, я никого не забываю. Всем доброй ночи, моя семья и так далее. Так, ну тут, короче, идет обобщение всего, что он наговорил. Так, смотрим дальше. Это сообщение, народ присоединяется. Вот, 27 июля. 27 июля, читаем дальше, что он тут говорит. Привет, семья. Да, это 27. Wait. У меня сегодня для вас вообще невероятные новости, но я их не могу пока разглашать. Мы будем говорить об августе. Привет всем. Я только хочу сказать, что мы почти у цели. Привет, Натали. Поэтому мы даже ближе, чем думали, к нашей финишной черте. Мы все это делаем для вас, люди. Я в Мадриде, а скоро буду в Дубае. Это сообщение для всех. И с теми новостями, которые у нас сегодня, мы можем сказать, что мы практически на вершине горы. Понятно?
И все это сделано для моей семьи. Все это сделано для моей семьи. Народ, я думаю, что я буду всего лишь несколько дней в Мадриде. И это хороший сигнал. Необходимо... Короче, надо завершить кое-какие административные детали. И короче, мы все закончим, насколько мне известно. Так. И он пишет: сегодня день нашей победы. We win. So today is the day we win. Ну, вообще, day of our victory, тогда уж, наверное, надо сказать. Ну, ладно. Так, people again will not reply till the end of all. Так, Агам не будет вам отвечать, пока все не закончится. We need to finish restructuration. Необходимо закончить реорганизацию, но она практически закончена. Практически. Я надеюсь, что на следующей неделе я могу вам дать последние новости, окончательные новости. We will have after and before. We will have after and before. We will have after and before. У нас будет потом и до. Что это такое? After and before. Это, знаете, когда публикуют в интернете фотографии, человек похудел, например, что вот он до этого фотка, как он выглядел там с лишним весом, а потом он похудел, и как он выглядит сейчас. Диего, наверное, имеет в виду, что до реорганизации и после реорганизации, типа, все будет по-другому. Ладно. Так, мы все это сделаем. Я думаю, что скоро мы все будем счастливы. Угу. Так. Ха, класс. Его спросили, а где Хосе Гилаберт? Он исчез. Но у вас есть я. Типа, а зачем вам Гилаберт? Ну, нету Гилаберта. Он исчез в неизвестном направлении. Но я-то же у вас есть. То есть, интересно, о здоровье господина Рабала, который в компании Агам, он как-то еще беспокоится, а то, что Гилаберт исчез, ну, исчез и исчез. Помните, как это? Здрасте, я ваша тетя. Дон Педро. Да мало ли в Бразилии Донов Педро. Мало ли в Испании Хосе Гилабертов. Так. People with who have always I make my first a long time ago, but help to the director. Короче, люди, с которыми мы всегда поддерживаем контакт. I make my Facebook long time. Я сделал мою страницу на Фейсбуке уже давным-давно, чтобы помочь директору. Так, and I also... Но я всегда общаюсь со своей семьей. Я... Тут какое-то опять удаленное сообщение. Я пока ничего об этом не могу сказать, но очень скоро смогу. Типа, скоро будут новости. Так. Я думаю, что скоро я должен сделать видео, которое обещал. То есть, наверное, его попросили сделать видео, где он вживую, как бы на видео, обратится к семье. Так. И... Он пишет, помните мое обещание, что если меня назначат генеральным директором, я запишу живое видео, и кажется, что это произойдет очень скоро. Вон оно как. А кажется, что Бог услышал наши молитвы. И с новостями, которые я... Ну, которые я услышал сегодня, поверьте мне, мы, короче, никогда не были так близки к нашей цели. Обо всем нужно говорить в правильный момент. Не нужно паниковать, потому что все развивается по лучшему сценарию. I can't, but I can tell you more sooner than the people
thought. А, типа, короче, пока я не могу говорить, но я скажу вам быстрее, чем люди даже могут представить. То есть пока не могу говорить, но скоро скажу. И быстрее, чем некоторые предполагают. Так, всем спасибо. Я не могу называть никаких дат. Могу только сказать, что мы ближе к цели, чем даже я думал. Дат не даю. Я всегда говорю, что есть один август, месяц. Это месяц, когда я родился. Диего родился в августе. Так. Дальше смотрим. Я буду праздновать, типа, я буду отмечать один из инвесторов и биг, типа, больших директоров, у него тоже день рождения его девушки на этой же неделе, типа, как у Диего. Мы отпразднуем вместе. Поверьте мне, ребята, что скоро вы на все вопросы получите ответы. О. Так. Короче, ребята, я ухожу. Мне надо кое-что сделать. Так, тут пошла информация. Пошла. Так. Это какое у нас число? Это все 27 еще. Моя семья еще счастлива? Да. Твоя семья будет счастлива, когда бабки начнут платить. Всем хороших выходных. Так. Мы заслуживаем того, чтобы отпраздновать. Мы заслуживаем праздника. Так. Заслуживаем праздника. Так. I didn't see Raisa and Dean. We hope they know the news. Yes, but I don't see today. Короче, я не видел какую-то Раису и Дина. Мы надеемся, что они знают о новостях. Да, но я не видел сегодня. Так, thank you for nice words. They are now in my heart. А, спасибо за хорошие, приятные слова. Они в моем сердце. Все, обнимашки, поздравляшки. Thanks people for all of you. I do all from my heart. Всем спасибо. Короче, я все делаю от чистого сердца. A lot of people lie, insult me, but I don't care because every one of you. Типа, многие люди... Ну, там лгут относительно меня, но мне без разницы, потому что я, ну, забочусь о вас, я думаю о вас. Все это ради вас. Так, там что-то про Эквадор. Спасибо, моя жена из Эквадора, это очень красивое место. Так, no need when you do something. А, его благодарят, он пишет, не нужно благодарить, когда ты делаешь что-то от чистого сердца, тебе, ну, не нужно благодарности. Так. Тут какое-то сообщение удаленное, и Эльмира пишет, что этот человек плохо говорил о моих людях, отзывался после того, как съездил в Кабо-Верде. И Диего Мартин пишет, он меня обидел. И Диего пишет, типа, я нормальный парень, как и все. Я люблю мою семью. Да, и там семья тебя тоже любит. Короче, это, я так понимаю, он про Эквадор, наверное, продолжает говорить, что я побывал в разных местах, но у меня никогда не было, ну, такого ощущения, таких чувств, как здесь. Там, спасибо всем. Так, you too, Dirk. Так, спасибо. Там удаленное опять какое-то сообщение, я не знаю, он начал обижать меня, when he drives me for his structure, когда он везет меня к своей структуре, he drives me for his structure, он везет меня к своей структуре, не очень понятно, drives. Кто там Диего везет к своей структуре, не очень понятно.
Короче, я понимаю, что он расстроен, но я-то ему ничего не делал лично. Так. Короче, тут ему пишут, что будем рады с тобой лично встретиться. Он пишет, я встречусь с удовольствием. Second of USA after Alex. Second of USA after Alex. Second of USA after Alex. Второй в США после Алекса. Наверное, второй лидер какой-то. Второй лидер в США после Алекса. Well, my heavily have the dinner. See you, family. Так, это было 27 июля. Типа он на ужин пошел. На ужин пошел Диего. Короче, я прокрутил чат до самого низа. И пока никаких новых сообщений от Диего на протяжении 28 июля и 29 не было. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.